если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на смертность от ковида и распределите всю эту боль на долгие годы. Повышение температуры на 1.5 градуса приведет мир к катастрофическим последствиям. Около 1 миллиарда человек в мире страдают от ожирения, примерно столько же от голода. Пандемия увеличила число голодающих почти вдвое. Я не очень верю, что люди влияют на изменение климата. Оно есть, но не разрушительное.